Молчали. Значит, я пошла навестить больную. До свидания. Значит, ты пообедаешь без меня. Что ты на меня так смотришь? У меня стеклянная голова. Слушай, я отсутствую, ну, поняла? Ну, вы видели, Петр Кузьмич. Иди сюда. Иди сюда. Смотри. А, видишь? Снова нет? Нет. Значит, все эти годы пропали даром? Как даром? Я ведь сказал нет. А это очень много значит, милая моя. Теперь я знаю, что мне нужно делать. Ошибка. Это хорошо, это очень хорошо. Ведь тысячи дураков вроде меня годами повторяют ее. От чего? От косности ума, от вялости духа. Какая сила инерции заложена в человеке? Вот они, южные борчуки. Вымерзли к лешему. А я вам говорил, Иван Владимирович, помните? Ну, не я говорил, вы говорили, ну! Как же быть теперь? Я буду делать новые деревья, Саша, совершенно новые. Но ты мне это говоришь уже десятки лет. Но ведь ты согласна? Да. Ну вот, мне больше ничего не надо. Природа, подумаешь, богиня красоты. Не надо мне милости. Я человек, Саша. Я буду сам создавать деревья, лучше природы. Птицы летят. Посмотрите. Боже мой. Довольно расточать фимьян. Все понял. Все понял. Все. Так. Так, значит, я пошла. Теперь только бы хватило жизни. Все понял.